Сейчас ко мне. Вошли четверо. Среди них одна женщина, переодетая мужчиной. Двое мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня. Позвольте, профессор. В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю свою деятельность, закрываю свою квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.